В Твери продолжается строительство главного инфраструктурного объекта города – Западного моста. Ход строительства в эту среду, 18 октября, проинспектировал губернатор Игорь Руденя. На месте возведения инфраструктурного объекта побывала Наталья Чекет. Мы находимся на одной из четырех опор строящегося Западного моста. Уже надвинуто 120 метров. Осталось примерно столько же, чтобы соединить левый берег с правым. Строители завершили сооружение опор моста. Сейчас ведутся работы по укрупнительной сборке пролетного строения сооружения. Уже выполнено три этапа надвижки, следующий запланирован на начало ноября. Планируем надвинуть первый этап, это 12 метров. Потом будут производиться работы по демонтажу временной опоры в пролете 2-3. И приступим к дальнейшему этапу надвижки, это 50 метров еще пролетного строения будет. И целый пролет моста уже будет находиться практически в своем проектном положении. Полностью завершить надвижку всего пролетного строения левого направления планируется к 1 марта следующего года. Сейчас в строительстве задействовано 280 человек и 68 единиц техники. В преддверии зимы на объекте выполняется максимальный объем работ. С опережением графика дополнительно завезено около 1000 тонн металла. Прежде всего, хотел бы поблагодарить строителей. Идут с опережением графика. Видим, насколько идет слажена и масштабна работа. Хотел бы еще раз поблагодарить президента Российской Федерации за решение о создании Западного моста. Правительство Российской Федерации, которое активно помогает. Мы уверены, что это даст новый шаг к развитию нашего города, к развитию столицы Верхневолжья. Потому что все-таки сегодня транспортные потоки, движение грузов во многом определяют эффективность развития региона и агломерации. На объекте завершено переустройство газопроводов, ведутся работы по устройству ливневой канализации, сети электроснабжения и связи в районе Западного моста. Параллельно идут работы по реконструкции железнодорожного путепровода на Комсомольской площади в Пролетарском районе. Завершается сооружение насыпей, в полном объеме поставлены металлоконструкции пролетных строений временного путепровода. Напомним, что комплекс Западного моста строится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».